без 15:11 вечера. Это Гиза. Трафик в Гизе без 15:11 вечера. Это сумасшедшая маршрутка с открытой дверью. Тут вообще все ездят либо без фар, либо с открытыми дверями. Либо с открытыми дверями, да. Маршрутки так точно. Ну, по плотности трафика можно понятно, можно понять, как они ездят. И все поцарапанные и побитые со всех сторон, их это не парит. Большинство людей ночью ездят без фар, повороты никто не включает, понятия уступи дорогу не существует. Ну, в общем, каждый видит, куда видит, туда и едет. И это норма. Люди могут садиться в маршрутку хоть с третьей полосы, выходить тоже. Это нормальное явление. Там скорая поехала. Понятие остановка, кстати, для маршрутки не существует вообще. То есть они останавливаются тупо там, где хотят. Ну, где людям нужно.